Нет, здесь встанем. Мы здесь встанем. Вот здесь встанем? Нет, здесь. Вот здесь вот. А потом, представляете, Стригорского. А Стригорского можно объехать. Стригорск. А машины тут здесь? Сесть в машину и объехать в Стригорск. То есть вот здесь погулять? Да. Либо сразу приехать к 3800. Вот эта дорога, вот эта дорога. Там Пушкин ходил. Может, это отпечатки следов. Петровская, это имени сына араба Петра Великого, да? Это здесь жил и сам он, со своей женой и детьми. У него, по-моему, было 3 сына. Старший сын сделал хорошую карьеру, и у него было имение в Лужском, ну, где-то в районе Гатчины. По-моему, Строганов и что-то такое. Потом второй сын, у него, вот второй и третий сын, один из них вообще как-то спился, и ему дали Михайловское, а второй... Михайловская для пьяницы. Сослали? У тебя всего там будет 6 комнат, как бы. Нет, сына сослали в Михайловское. Которого сына? Да, у тебя всего 6 комнат, как бы. Иди там, влетись там. Что, давайте. Ребят, с вами все в порядке? Леша, надо подкрепиться. Чтобы сил хватило видеть. Космической энергии. Олесе лето наступило. Олеська, а ты сегодня какое число-то вообще? 20-е. 20 сентября. Жуткое дело. 2008 года. Куда Саша делся? Ну как тебе сказать, куда делся? Пропал. Пропал? Леша пропал. А, так они вместе пропали. Да. Леша убежал. Нет, другой. Пропадает на... Thank you.
Леша, не надо, нет? Не боюсь. Фильм ужасный. Слишком высок. Я думаю, надо общее фото. Давай. Да, желающих. Да. Подходим. Так, общее фото 2 человека. Дальше. А еще общее фото. Леха, иди к нам, у нас общее фото. Слишком много людей, у которых фотоаппарат. О, да. И вот сюда впереди еще одного посадить на общее фото. Это высокое, меня не видно. А ты садись вот на корточке внизу. Нет, лучше вот туда. Внизу. Саша, ты не старайся с ней познакомиться, я не хочу, чтобы она улетела. Оля, вам слово. Где мы находимся? Мы находимся в беседке номер 7 на Плане. И более ничего подробно сказать не могу, потому что это современное сооружение. Так, беседка номер 7. Вы видите беседку номер 6 и беседку номер 5? Ну, я в Африке. Вот и наш попробуй. У каждого свое мнение, да? Насчет, где мы. Так, здесь вот Пушкин знакомился с крестьянскими девушками. А где крестьянские девушки жили? Мне расскажите, пожалуйста. Барышни. На улице. Барышни. На улице жили. Приходящие были. Приходящие. Они приходят и уходят, а Пушкин остается. Да здесь он байки травил, я понимаю, да? Так зачем тут? Он же барыш. Хорошее место. Не надо. Да? Байки троих. Ну, здесь он... Саша знает, у него, да, у него... Санёк-то специалист, что ли? Видно, опыт знает. В этом направлении имеется, раз да. Он так говорит. Вспомни дедушку, который из Африки. Так, стоп, у тебя тоже дедушка из Африки? Нет, я вообще просто вживаюсь в роли Пушкина. Давай. Давайте мы будем девушками, а ты будешь Пушкиным. Расскажи о нас. Фильм ужасов. Я даже согласна присесть ради такого случая. А я думаю, ты даже согласна стать няней. А ты думаешь, Пушкин высокий? Там кровать, смотри, какая коротка. 161 что-то такое вообще, он маленького роста. Мы тебя возьмем голову, отца и все остальное. В общем, Леша, хочешь быть Пушкиным, надо тебе ноги украсить. А он, может, так поджимал? Да, на коленях. Да, может, нравилось спать на коленях. Не, так он на бабушке. Раньше же спали сидя, потому что боялись крыс. Смотри, Пушка, точно так и перевоз. Да, вот на той маленькой штуковине тоже это было. Это перевозки. Вот на той маленькой штуковине, которую откопали. Какой такой маленькой штуковине? Ну, которая в домике была. Представишь, она жесткая, чтобы они никуда не долбанули. Хорошо, маленькая штука. Ну, подвешивать это идеально. Но она же тяжелая. Ты сам думаешь, да? Нет, наоборот. Ее надо не подвешивать, а закреплять. Щетку. Может, даже и крепление. Консорциум инженеров тут какой-то вообще жуткое дело. Инженер или гуманитарий? А ведешься... Так, Олеся решила у нас тут мельником поработать. Мельником вместо ветра. Да она там не проходит, она перекошена. Что-то скрипит. Да, тяжко быть мельником. Ломайте.
Ну можно, так жалко. Только в лес ты не получишь, иначе не видно. Да, не знаю. Не нужно дальше на голове. Идем? Света у нас. Я его вытаскиваю. Давай. Ну, вот какой славный. Был гриб. Отлично. Я думаю, надо еще искать рядом. Вперед. Ой, какой хороший. Не симпатию, маленький такой. Конечно, с одним ничего не сделаешь, но... По крайней мере... Приятно. Да, конечно. Приятно. Я свекла. Да ладно. Да кого можно поздравить с находкой? Вот у нас... Алексия. Да, сбежал. Алексей. Санёк вообще в другую сторону ушел. Ну а чего сделать, если он меня откидает? Ну что, пишем, что мы ничего не взяли? Мы... Скажи, что мы положили жетончик. Да. Для багажа. Ну, с Алексеем. Лёха, у тебя показывают направление сразу. Да. А на все, ну как бы он скачет. А может нашу эту вырезку? Радиотехно? Ольга, ты что нам конспектируешь? Записываю слова, чтобы потом обратить их в присутствие. С этим же описанием найти его там? Нет смысла. Ничего себе. Заложен, по сути. Что это документация такая? 6 лет назад. Да? 6 лет назад? Да. Нормально. Даже второй больше. Году. Один из первых. Да. Ну, как раз на... Сашу постигло вдохновение. Ну, давайте, Александр, что-нибудь. Да. Что-нибудь из раннего, пожалуйста. Я вас люблю. А может быть и нет. Любовь еще быть и может. Быть может, а может и не быть. Может быть и не быть. В моей душе что-то там сейчас... Угасло не совсем. Муза, спасибо. Угасло. Так и сочинялись эти стихи. Примерно в такой обстановке. Не тревожит, не тревожит. Ухожу, ухожу. Я не буду печалить вас. Нет, нет, нет. Это не идет. А муза... Как там муза? Что там? Муза уже все забыла. Муза... Музы двойку по литературе поставили. Да. Муза как школу закончила, нет, непонятно. Я могу пускать, я вам пишу, что еще быть может. Во-во-во-во. Любовь угасла. Угасла. Да, угасла не совсем. Не совсем. Ну пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Да, да. Вот спасибо, Александр. Усадьба Тригорская. Здесь нашему Александру пришло вдохновение. В данный момент вдохновение на скамейке сидя ловят Саша, вернее Лёша и... Лёша со Светой. И воображают себя повесивыми. Значит, вам другое видение пришло. Интересно. И что бы вы сделали, если бы были помещики? Думаю, что во время великосветских балов на эту террасу выходили дамы в пышных платьях. Тут все было подсвечено фонариками. А музыка? Музыка, ну, наверное, вальс какой-нибудь венский. Лошади, наверное, тоже здесь какая-то. Да-да-да, кареты подъезжали. Спряженные четверки. Красота. Thank you.
Олесь, ты что делаешь? Надо все пропустить там. Мы находимся в Старом Изборске возле крепости, которая построена здесь в 14 веке, которой кое-что еще осталось. Этот крутой... Давай ты споешь. Этот крутой холм очень часто штурмовали нехорошие люди, которые приходили откуда-то на нашу землю. Вот то, что мы их побили, поставили вот этот крест. Ну, кресты обычно стоят за хранение. Ну, значит, здесь и кого-то и похоронили. А вот там какой-то повешенный весь. А вот туда, смотри, вон он. Повешенный? Да. Повесился? В общем, находимся на этом высоком-высоком холме, откуда защитники обозревали подходящие рати ливонских рыцарей. Ливонских рыцарей? Таких. Литовцев, ливонцев. Тонцев и партизан. Ну, тут... Сейчас мы пойдем к ключам. А кушать можно... вкусный, замечательный арбуз. Можно выпить, так, а можно его камеру обозреть? Вот. Только для вас. Такой нежный, вкусный. Вы думаете, что это счастье? Вкусное, холодненькое. А следующее вот это полноводное, что интересно. Саня девичьи слезы ищет, наверняка. Наверняка хочет напиться. Да, это мы. Ну вот, резка арбуза. А вот и граждане куда шли. Граждане, арбуз поспел, надо кушать. Давай. Давай нарежем хотя бы. Да, вот хотя бы нарежем. Нам надо все сюда. Арбуз. Есть, а где четвертая? Ну, уже четыре. Ну, раз, два, три. Евросинья, Прасковья, Клавдия, а вас как? Ну, будет Фёкла, замечательно. Приходи, живи.